Спросить про популяризаторов, как они умудряются обкладывать вопросы в публику, при этом что-то рассказать. Ну, как? Ну, они, ты вот говорила, что они ничего там о новых каких-то областях наук рассказывают, при этом ничего практически в этих областях неизвестно. Как они умудряются публику завести что-то? Ну, погоди, с публикой вообще никаких проблем нет. Есть большое направление маркетинга. Угу. Люди все время что-то покупают, уже в обществе потребления. Продать можно технически что угодно. На мой взгляд, лучше продать, скажем так, какую-то научную концепцию, скажем так, этим занять время, чем тех смешным сериальчиком, за которым вообще ничего нет, кроме 7-минутного дофаминового наслаждения вот от смешных шуток, которые ты понял. Вот. Популяризаторов проблем нет в рынке сбыта, на самом деле. Есть проблема добросовестности самих популяризаторов. И, кстати, вот у Глифанды на TED вышла недавно лекция короткая о том, как отличить хорошего популяризатора от плохого. Вот. Но там достаточно жестко. Я видела более мягкие критерии. Вот. Иногда хороший энтузиаст, который горит темой, может лучше понять и рассказать, чем старый костный старик, который всю жизнь в этом варится, идеально знает терминологию и какие-то маленькие нюансы, но, например, давно отстал от того, что в науке происходит. И говорит, что это генетика продажная девка капитализма все еще, в 2017-м, потому что он остановился на 75-м. Он много сделал в свое время, например. Я не пытаюсь сейчас всех людей преклонного возраста подвести под этот монастырь. Нет, не всегда так бывает. Но я к тому, что иногда человек, который... Я слышала очень-очень сильные лекции по биологии от людей, у которых нет биологического образования. Но они потратили на это столько сил и времени. Если ты тратишь время, чтобы разобраться, это всегда реально сделать. Другое дело, что не всегда можешь отсеять, вот, что касается новой информации, насколько она хороша. То, что уже полежало, то, что уже послужило, как бы эксперименты, которые уже позволили построить на них следующий уровень экспериментов, следующие, они хоть сколько-то надежные. То, что происходит прямо сейчас, это много разных маленьких вещей. Что ты из них выберешь, вот именно, ты под основной месседж своей лекции можешь подобрать там, какие хочешь аргументы при желании. Это проблема. Но при этом как бы добросовестный энтузиаст может все равно сделать очень сильное выступление. Я слыхала такие. Причем там серьезные темы, включая сон и восприятие, то есть, ну, можно рассказывать. Чем был вызван интерес к этой теме? Сделать про сообщество. Меня пригласили в качестве эксперта в Новосибирск на фестиваль, кстати. Это смешно, что меня пригласили в качестве эксперта, потому что я напомню, я не ученый. Вот. Есть вещи, которые меня интересуют, моя профессия позволяет мне в них разбираться. Я на этом фестивале подумала, что это похоже на фитоняшек, которые рассказывают, как качаться. Она сама, у нее есть там муж, который ее спонсирует. Она может качаться 6 часов в день и питаться исключительно очень дорогой там курогрудью из какой-нибудь очень хорошей фермы. И вот она учит обычных людей, у которых весь день занят какими-то другими вещами, основной работой, семьей, как надо жить, чтобы стать как я. Вот. И там тоже касается, например, там расслабленно живущих коучей тоже, у которых есть какой-то пассивный источник дохода, и они могут все время посвящать саморазвитию, чтению книжек по устройству личности, рассказывать другим, как стать такой же здоровой личностью, как я. Вот я подумала, что моя работа, в смысле, вот, ну, когда я была экспертом на этом фестивале, она напоминает, потому что у меня 6 дней в неделю, с 9 до 6, я могу заниматься тем, что я собираю данные. То есть есть разные области биологии, от меня требуются разные совершенно продукты. И я могу разбираться, там, несколько недель потратить на мамонтов и мамонтоведение, на историю вообще изучения спокойно. Могу заявить митохондрии себе через полгода и потратить часов 60 рабочего времени на подготовку хорошей, крепкой, добротной лекции по митохондриям. Вот. То есть я могу себе это позволить. У меня так устроена моя работа, что я могу сидеть и копать информацию до упора. Вот. Экспертом на этом фестивале себя чувствовала довольно стрёмным, потому что, ну, вообще-то у нас там было много разных научных журналистов, авторов книг и так далее. Планируете заниматься наукой? Задумываете? У меня собран материал, но я еще пока не знаю, как я им распоряжусь. Возможно, я его просто отдам кому-нибудь, кому будет больше нужно. Сколько статей я вышла уже по музееведению, есть уже смысл стать кандидатом культурологии, если честно. Просто уже там осталось несколько шагов. Вот. Правда, кандидатский минимум у меня по биологии. В качестве эксперта чувствовал странно, хотя там было много экспертов такого же уровня, как я, у которых просто было время разобраться в теме. То есть, да, у них есть профильное образование, есть время разбираться. Все. Но это не настоящий ученый. Я, кстати, искала определение эксперта после этого фестиваля. Социологи сходятся на том, что эксперт – это тот, кого просят высказать экспертное мнение. Все. Кто бы он ни был. То есть, и когда тебя просят его высказать, ты становишься экспертом. Все, что бы ты ни сказал, у тебя есть какие-то предпосылки, на базе которых ты делаешь что-то. И особенно смешно это в политологии, потому что видела примеры, когда там, ну, ты же как бы социолог. Вот расскажи мне про политическую ситуацию в Вьетнаме. Ну да, но я вообще-то занимаюсь одиночеством.
Нет, ну ты расскажи про Вьетнам. И там была конференция, которая меня потрясла. Она была посвящена научным революциям. И почти все, кто туда приходил, мы почти все были ориентированы так. В научной революции все остались в прошлом. Я могу бы сказать, что в моей науке было революционного. Там какую-то крутую рассказать одну вещь или несколько вещей, если нужно. Но все, впереди только как бы голая степь маленьких-маленьких исследований местечковых, вот, которые даже непонятно будет кто-нибудь объединять в какие-то крутые мета-анализы, как да Винчи это там делал в свое время, просто у него информации было меньше, работать было с этим проще. Вот. Было два действительно крутых, потрясших меня доклада. И, собственно, даже на этом три. Вот, собственно, один из них, он был про научные революции, про научные банды, то, что меня заставило вообще раскапывать эту тему. У меня бомбануло, потому что, потому что, когда ты слышишь от экспертов, что наука, там люди такие, вот они нечиславные, они не амбициозные, они бескорыстные, им нужно только добывать знания. И ты это слушаешь, а у тебя на глазах недавно два зафлаба чуть друг другу волосы не повыдергивали, а с криками, кому дадут вот эти вот там деньги, распределяем их внутри института уже. Институт их уже получил, осталось только поделить внутри него. Это тоже оказалось очень просто. Вот. И амбициозные ученые, да, там, когда там гипотеза водной обезьяны, когда очень хитрый дядечка Лиллибанд продвигал свою гипотезу о том, что человек произошел от обезьяны, которая спустилась в воду, она полысела, стала жирненькой и на двух ногах из воды уже комфортно вышла. Это противоречит всему, что там находили от древних людей, кроме того, что они правда селились на берегах водоемов. Ну, это понятно, почему они селились. Там еда и вода, вообще комфортное очень место. Лучше жить близко куда-нибудь, чем далеко. Но такую-то гипотезу она никак не могла протолкнуть серьезные журналы по понятным причинам, потому что она даже верифицируется плохо, не говоря уже о фальсификации. Вот. И он в Nature написал, послал эту статью, они ему говорят, мы о такой гипотезе не знаем, печатать ничего не будем. Он говорит, а вы спросите свою аудиторию, знает ли она. И Nature по миллионам подписчиков рассылки написал, знаете ли вы про гипотезу водной обезьяны? Да нет, что это? А читают физики, химики, экономисты. Ну, то есть там не одни биологи сидят. И все узнали. Это был идеальный маркетологический ход по распространению своей абсолютно левой концепции, у которой нет почти никакого права на жизнь. Да, к вопросу о маркетологии. Это побудило вас тоже классифицировать все научные сообщества. Просто хотелось, я скорее сказала, что хотелось на этот счет вообще высказаться и немножко порубить сук, на котором я сижу со своей популяризацией, что наука вовсе не так хороша, и делают люди рациональные. Если те, кто преодолевают эту рациональность, делают науку получше. Те, кто не могут, делают ее похуже. Что тоже производители науки тоже очень разные, с разным выхлопом в течение своей жизни, с разной степенью полезности, разной степенью мотивированности. Кто-то почти не мотивирован, делает все на отвали, пишет кое-какие статьи, в кое-какие журналы. Все это ни во что не выливается. Это все как офисный менеджер. Перекладывание скрепок то же самое, только внутри ран, а не внутри хорошо оплачиваемого. Я просто хочу, чтобы не было бесконечной очарованности, чтобы все мои лекции всегда подвергались сомнению. За три лекции, прочитанные в Новосибирске, мне только один раз задали вопрос, который позволил мне немножко расширить материал для следующей лекции. А так вообще вопросы были... в основном люди спрашивают, как мне жить. Как мне надо есть, чтобы все было хорошо? Я хочу быть здоровым и худым. Как мне есть? Долго жить или быть худым? Надо выбрать. Вот. Как-то так. Спрашивают там, как мне спать, там, как правильно сейчас какие-то вещи. Ребят, как хотите, я вообще... Я про митохондрии рассказываю. Мне очень нужно понятно. Бывают же ученые пессимисты? Или вот как есть проповедники, которые отрицательное богословие используют? Бывают ли ученые, которые свои же теории тут же сразу же опровергают, пытаются их, вот от такого движется? Обычно есть ощущение некоторого озарения, когда ты раскапываешь какую-то тему. Да, кстати, это то, что я хотела включить эту лекцию, спасибо большое, и таки пропустила место, где должна была это сделать, потому что она похожа на дерево с зацеплениями тупиковыми, нужно возвращаться к основному столу, можем что-то пропустить. Я хотела сказать об интуиции, о том, что это понятие, против которого тоже оголтелые фанатики материализма выдвигают свои страшные армии соломенных чучел. На самом деле интуиция — это понятие, которым вообще ученые пользуются, в Америке оно исследуется. Единственное, что интуиция — это не какое-то моментальное озарение в новой неожиданной ситуации, а это озарение, которое происходит на основании большого опыта в этой области. Нейросети. В таком духе. Вот. Когда ты накапливаешь в какой-то области очень большое знание, то ты, в каком-то смысле предчувствуешь, где нужно копать, куда двигаться дальше, чтобы его расширить, разнообразить и так далее. Я думаю, что ученых-пессимистов не должно быть много, потому что это важная мотивация. Ты уже много накопил, ты видишь, что теперь надо сделать, и ты на подъеме. У тебя есть какие-то теории, которые это объясняют,
И нужно, ну, как бы, нужно постараться это сделать. То есть я думаю, что я так думаю, по крайней мере, по моей нерепрезентативной выборке из нескольких сотен знакомых ученых разного возраста, что обычно все это смотрится наоборот с неким оптимизмом. По крайней мере, на ту тему, которую человек сам раскапывает. В общем, на науку может смотреть примерно как я. А озарение это идет извне или изнутри самого человека? Именно благодаря тому, что он уже накопил и внутри созрело. Или все-таки ему что-то вот откуда там, не знаю, от Бога там или откуда? За Бог ничего не могу сказать сразу, давайте решим этот вопрос раз навсегда. Вот. Ну а из космоса там откуда угодно. Извне или изнутри? Все начинает копиться извне, ты должен накопить большой опыт. Копиться, да, возникает. А возникает, скорее всего, изнутри. Я, по крайней мере, верю в нейронный механизм больше, чем в внешние сущности, метафизические, от которых контур должен отказаться в начале 20 века. То есть варится и закипело. Да. В таком духе, похоже. Звучит похоже. Хотя я сама не знаю, у меня, к сожалению, озарения в жизни не бывало, потому что нет достаточно большого опыта ни в одной из областей знания. Везде есть по ведерочку, но не по-нужному. А вот этот выбор вот этой темы, это не можно, нельзя к этому косвенно отнести? То, что ну, вот озарения никакого нет, смотрите. Собирали и вдруг решили свою лекцию на тему. Нет, это на озарение никак не похоже. Это похоже скорее, люди, моя новая проповедь про то, что все предыдущие проповеди были неправильные. Больше вот на что похоже. И на озарение. Вот. Да, спасибо за вопрос про интуицию. Если мы говорим о глобальных закономерностях, которые миром управляют, о гравитации, эволюции и окислительно-восстановительных реакциях, то они правда контринтуитивны, их нужно рационально постигать. Но если мы говорим о каком-то психически здоровом климате вокруг нас и счастливой обезьяне жизни, то все устроено абсолютно интуитивно, и как кажется, так и нужно делать обычно. И чем дольше рефлексии, тем хуже получится. Да, простите, это отрыжка после вопроса, как жить. Нет, ну как? Вообще, есть целый ряд исследований, которые говорят, что свободы воли у нас нет, что мы принимаем решение немножко раньше, чем думаем о том, что надо сделать вот таким вот образом. Что мозг уже все решил, мы просто вербализуем потом его решение для себя и оправдываем, почему, блин, это, а не что-то другое. Вот. Но что настоящих колебаний у нас не бывает. Что мозг уже все решил. Это вот это вот протяженные вот эти сомнения, это просто расход энергии бесполезный. Если тебя много, если ты ничего особо не занят, это норм. Но что, в общем-то, это ну, не очень здоровая ситуация. Типа, обезьяна сразу знает более-менее, что делать. Мозг уже решил. Хотя это не всегда оптимально. А что вы считаете сложной ситуацией? Ну, жизненные кризисы, проблемы с работой, с семьей. Нет, ну если у тебя, как у обезьяны, если стресс сразу в нескольких областях жизни, трудно понять, откуда начинать, да. Где нужно схватить, где сейчас упадет, а где еще можно там как-то протянуть, это правда. Но это тоже вопросы энергосбережения. Просто если много сил тратится на что-то одно, а все остальное остается очень мало. То есть если на месте работы дыра, туда уходит куча сил. Проблемы с семьей, с самореализацией. Нет, я имею в виду по очереди. Ну, а по очереди, не знаю, ничего я насчет не могу сказать. У меня нет хорошего ответа, который был подкреплен статьями. Вот. Хотя у меня есть свой ответ на этот счет.